Здравствуйте! Вы смотрите канал компании «Фотопроцентр». На первый взгляд, передо мной два совершенно одинаковых моноблока про Фото D1, за исключением одного «но». В данном моноблоке 1000 джоулей, а в данном 500. Что же это нам дает? Много света не бывает, что позволяет нам приобрести больше возможностей при использовании более мощного прибора. А также на половине мощности он выдает полную мощность этого моноблока. Чем же это хорошо? Значительно меньше износ конденсаторов прибора, за счет того, что он не работает на полную катушку. А также более высокая скорость перезарядки. Как видим, интерфейсы абсолютно не отличаются. Внутреннее меню тоже не имеет никаких отличий. Все точно так же регулируется при помощи поворотных рукояток, что в первом, что во втором. Но на десяточке у нас 500 джоулей и 1000 джоулей. А подробное описание интерфейса прибора на примере моноблока Profoto D1500 вы можете посмотреть по ссылке. Вы смотрели канал компании «Фотопроцентр». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Пока!